Мой внук Саша родился с врожденным пороком сердца, дефект межпредсердной перегородки. К врачам-специалистам мы обратились сразу же после того, как нам сказали, что ребенок болен. И сделали анализы, и установили, что у ребенка врожденный порок сердца. Каждый год мы приходили на прием к ревматологам, кардиологам, и операция все время откладывалась. Время шло, ребенок плохо развивался, задерживался в росте. Значит, была необходимость его как можно быстрее прооперировать. 3 раза ездили в Москву, ездили в Новосибирск. В Москве и в Новосибирске никто не брался за это дело. Обращались в институт Бакулева, были на консультацию у всех профессоров, но из-за тяжести состояния ребенок не был прооперирован. Мы очень довольны, что у нас операция прошла в Свердловске. Саше операцию сделал Милослав Станиславович Савичевский, профессор кардиохирургического отделения 1-й областной клинической больницы. Очень добрый, очень отзывчивый, очень внимательный. Это было в 79-м году. Саше было уже 8 лет. 8 лет он был тяжелым ребенком. Была проведена операция. 7 дней он находился в реанимации, в тяжелом состоянии. Мы все переживали это страшно. Но все кончилось хорошо. Сердце можно лечить только сердцем. И все работники этого кардиохирургического отделения, все приложили, конечно, много сил и стараний, чтобы поднять на ноги. Нина Дмитриевна Терентьева, зав. Отделением, все воспитатели, все сестры, все очень внимательно и чутко отнеслись к периоду послеоперационному. Обо всех я могу сказать в отделении такое чуткое, такое хорошее, внимательное отношение. У меня нет слов выразить всю свою благодарность. Ребенок живой, ребенок здоровый, ребенок учится. Ну, все надежды наши, как говорится, исполнились.